Некогда известный в Димитровграде торговый центр «Горизонт» сейчас находится в плачевном состоянии, но вскоре получит вторую жизнь. Благодаря инициативе администрации города в Димитровграде прошла стратегическая сессия. Она была направлена именно на развитие города Димитровграда, на развитие культурной жизни, реализации более интересных проектов как в молодежной среде, так и в среде молодых бизнесменов творческой направленности. В ближайшее время планируется подписать трехстороннее соглашение о создании креативного пространства между фондом «Культурная столица», администрацией города и инвестором. Сейчас это здание уже приобретается, и в него будут вкладываться определенные средства для некая реконструкция и ремонтных работ, поскольку это здание очень долго стояло без жизни. Кроме предпринимателей креативного сектора, в «Горизонте» будут размещены фонды развития города, МФЦ для бизнеса. Будут здесь и открытое пространство, и конференц-зал. Уже представлена архитектурная поэтажная концепция размещения резидентов, а их на сегодняшний день 5, готовых хоть завтра зайти в здание и начать работу. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок. Наше время.